Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад представиться. Меня зовут Орлов Богдан Борисович. Я зам главного врача по хирургии больницы имени Юдина, город Москва. Я рад приветствовать вас на конференции, которая проходит в большом, красивом, очень знаменитом городе Санкт-Петербурге. Здесь, в больнице Святителя Луки, выполнена совместная симультантная операция вместе с коллективом урологов этой больницы. Очень важный шаг в освоении симультантных операций, выполненных в экстраперитониальном пространстве. Почему родилась идея представить такую операцию? Дело в том, что гернеологический центр больницы имени Юдина выполняет все операции любой локализации, преимущественно из экстраперитониального пространства. И наша коллаборация с урологами подсказала нам идею о том, что возможно выполнение симультантной операции на простате при экстраперитониальном доступе и симультантное выполнение грыжесечения и герниопластики у этих же группы пациентов, у которых очень часто есть сочетание хронической задержки мочи и паховых грыж. Операция выполнена двумя бригадами. Первая бригада урологов осуществила классический доступ в забрюшинное пространство. Был осуществлен доступ в рейцево пространство, который позволил спуститься вниз урологам к простательной железе и выполнить аденомэктомию. После выполнения урологического этапа операции выполнена бригадой хирургов совместная операция по поводу правосторонней паховой грыжи. Важно отметить, что при корректной сепарации тканей для достаточного расположения места, формирования места для сетчатого импланта, нам пришлось объединить пространство, это рейцевое пространство, ретромускулярное пространство справа и пространство Багро. Объединив все эти пространства, мы смогли подойти к паховой грыже, отделить ее от элементов семенного канатика, подготовить достаточно места с соблюдением всех 10 правил сепарации, правил установки сетчатого импланта при паховой грыже, установить туда сетчатый имплант. Мы установили сегодня сетчатый имплант производителя BART. Это полипропиленовая макропористая сетка, soft mesh, легкая, облегченная, которая используется вот у этой группы пациентов, в общем, с хорошим результатом. Важно отметить, что смена бригады не потребовала установки новых тракаров, новых доступов. Из тех же ранее установленных портов мы продолжили операцию и ее успешно завершили. Я благодарю весь коллектив больницы Святого Луки, урологов, операционных сестер, анестезиологов, организаторов этой конференции за удачно выполненную операцию, показательную. Надеюсь, она вам понравится. Спасибо.